Совет Улемов Исламского Центра Республики Таджикистан объявил о дате начала священного месяца Рамазан. В этом году, по крайней мере, для жителей Таджикистана священный месяц Рамазан наступит 17 мая, считает официальное духовенство. На основании данных Института астрофизики АНРТ в 29-й день месяца Шаобон, 15 мая по Григорианскому календарю, в 16 часов 48 минут произойдет астрономическое событие – появление нового месяца. Однако, по утверждению астрофизиков, наблюдать за этим событием на территории Таджикистана не предоставляется возможным, сообщает информация информационное агентство «Азия Плюс» со ссылкой на Совет Улемов. Кроме того, Совет Улемов еще определил и окончание месяца Рамазан, то есть последний день поста 15 июня, а 16 июня объявили праздником ⁇ Иди Рамазон ⁇ Следует заметить, что согласно не только Ханафитскому, но и всем четырем Мазхабам, начало месяца Рамазон определяется непосредственным видением нового месяца, не учитывая астрономические расчеты, которые дозволены лишь при вычислении времени пятикратной молитвы, а также Ифтара и Сухура. По этой причине практически все арабские и мусульманские страны в мире последние дни Шабана и Рамазана проводят в исследовании неба для определения начала и конца священного месяца. В последние годы к осознанию этого приходят и мусульмане на постсоветском пространстве, как бы не пытались чиновники от религии с подачи тиранов и колонизаторов вернуть советскую практику назначения даты начала и конца священного месяца.